Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Виктория Пестова, я кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, лазеротерапевт сети клиник Линлайн. Специализируюсь на аппаратной и лазерной косметологии, а также на инъекционных методиках. Наступила весна, и всем девушкам хочется выглядеть свежо и молодо. Существует огромное количество методов омоложения. Сегодня мы с вами поговорим о инновационном лазерном омоложении Рекосмо. В чем же уникальность данной процедуры? При проведении процедуры Рекосмо лазер воздействует на глубину до 6 мм, вызывая фотомеханическое воздействие на клетки кожи. Воздействие лазера длится всего лишь тысячную долю секунды, после чего организм начинает восстанавливать кожу по образцу, заложенному в нашей ДНК, без возрастных изменений и следов неблагоприятного воздействия внешних и внутренних факторов. Эффективность процедуры Рекосмо доказана в ходе многочисленных отечественных и зарубежных клинических исследований. Что отмечает пациент после процедуры Рекосмо? Это устранение морщин и неровностей, замещение рубцовой ткани на нормальную, изменение внутренней структуры кожи, приводящей к естественной подтяжке. Самое главное, что после проведения процедуры Рекосмо естественные черты лица сохраняются неизменными. Да, противопоказания, они общие для всех лазерных процедур. Это ОРВИ, ОРЗ, обострение всех хронических заболеваний и онкологические заболевания. Процедуру Рекосмо можно делать с 18 лет. Все зависит от индивидуальных особенностей качества кожи пациента. Сама процедура проходит безболезненно. Легкое покраснение проходит в течение суток. Затем кожа начинает активно отшелушиваться. Никакой специальный уход не требуется. И уже через 4-5 дней вы можете возвращаться к привычному образу жизни. Многие пациенты спрашивают, когда же они увидят эффект. Эффект наступает через 2-3 недели и нарастает в течение 6-8 месяцев. Тоже нужно обратить внимание на то, что наступает весенне-летний период, и после процедуры очень важно пользоваться солнцезащитными средствами. Дорогие телезрители, на этом наш выпуск подходит к концу. С вами была я, Виктория Пестова, врач-косметолог сети клиник Линлайн. Если у вас появились вопросы, пишите в комментариях, буду рада на них ответить.